перед Овечкиным замаячил Кубок Стэнли. Вашингтон Кэпиталс в гостях обыграл Tampa Bay Lightning в решающем, седьмом матче полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, НХЛ, и пробился в финал Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент ленты.ру. Игра завершилась со счетом 4-0. Шайбы забросили Александр Овечкин, 2, Андрей Бураковский, 29-37, и Никлас Бекстрём, 57. В финале столичные встретятся с дебютантом НХЛ, Vegas Golden Knights. Серия начнется 28 мая. 18 мая после проигранной встречи против Тампы, капитан Вашингтона Александр Овечкин не смог сдержать эмоции и сломал клюшку пополам, ударив ею о перекладину ворот. Больше важных новостей в TAL и GREM канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок к объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.